Только самые быстрые, лучшие ребята на планете успеют поставить лайк за 3 секунды. Ну шо, Диман, погнали, может быть, в тир постреляем? Так, ты хочешь попробовать пострелять? Да, давай, может быть, обновишь свой рекорд, правильно? О, кстати, реально, можно попробовать побить мой рекорд стрельбы по мишеням с АК-47. Вау, у тебя, кстати, балдежный АК-47, если не ошибаюсь, такой, знаешь, премиальный, я бы сказал. Вот такой, братанчик, зацени. О! О, вот это я понимаю, у меня, конечно, такого нет. Ну, конечно, меня наградили за отвагу и за хорошую службу, да. Вот, собственно говоря, тир, братан. Сейчас я, короче, стану на позицию секундомера, так сказать. Так, а у тебя секундомер-то есть с собой? Да, сейчас я его достану. В принципе, когда вот сейчас первый выстрел сделаешь... Так, давай, да я разминаюсь, я как буду стрелять, готовлюсь. Так, ну давай, сейчас буду следить. Подойду вот сюда, чтобы я все мишени видел. Ну что, готов? Так, засекай. Давай, 3, 2, 1. Поехали, давай. Так, давай. О, тя, патроны. Перезаряжайся, и... ты что, так осторожней. Оп. Сколько? Ну, 0,7 секунд, 20 миллисекунд, короче. Ого, 7 секунд, 20 миллисекунд. О, ну, грубо говоря, так, да. Нифига, за 7 секунд. Ай, в прошлый раз было 7.19, блин. О, ну, слушай, ты был близко. Да, видимо, почти. Ты слишком это, перезаряжался долго. Да еще и сам калаш, понял, не разогретый был. Если бы я расстрелялся, было бы получше, конечно. Слушай, но... у тебя патроны-то вообще остались, нет, вот эти учебные? Остались, а что такое? Не, ну можно, в принципе, попробовать как бы еще разочек. Еще раз? Ну давай, сейчас мишени только расставим, давай. Да, давай. Так, ну что, Андрюх, вторая попытка, готов? Готов, давай, 3, 2, 1. Так, поехал, пошел. Да что ты меня отвлекаешь? Что, блин, на рекорд шел, ё-моё. Мужики, блин, минуточку внимания, пожалуйста, послушайте меня. Здорово. Здравствуйте, профессор. Ну? В общем-то, вы наверняка слышали, кто такой Тревор Хендерсон, да? Слышали. Конечно. Короче, его монстры сбежали, теперь бушуют. Капец, вот блин. Вот это да. И что делать Поступила будем? Поступила новость, короче. Это Breaking News и D17, поняли? Ну, может, знаете таких? Титаны огромные, титаны, я знаю. Ого. Вообще кошмар. В общем-то, одного сейчас заметил. Он на каком-то заброшенном острове. Туда вроде бы не доехать, надо будет плыть. Фух. Ого. А сколько у нас есть времени, профессор? Чем больше, тем лучше, парни. Ой, тем меньше, тем больше. Короче, поехали быстрее, не будем медлить, погнали. Принято, профессор. Ну что ж, выдвигаемся, Диман. Это самое, у вас же пушки есть, да? Профессор, конечно, у нас конечно. Все есть, Ё-моё. Но я хочу сказать, что вы немного уродец. Знаете почему? Не понял. Я сейчас шел на свой личный рекорд стрельбы по мишеням с АК-47, а вы сбили мне его. Мальчик, вот, послушай вот. Сюда, меня Мальчик, не интересуют слушай. Твои... так сказать, рекорды, потом их поставишь, а сейчас работа. Поехали. Ладно, тут согласен, быстрее. Справедливо, Андрюх, с учеными спорить нет смысла, но ты геопозицию уже скинь нам, чтобы мы уж понимали, давай. Ехать-то, блин. Геолокацию скидываешь, профессор? Я скинул уже вам на вайбер. Ну все, выдвигаемся. Окей. Тогда мы, друзья, с вами приветствуемся и здороваемся. С вами Оверфония и Бобби. Сегодня мы с Андрюхой в роли охранников, а Боббис у нас, конечно, ученый. Ну и, как сказал доктор Бобби, нам нужно поехать и поймать двух титанов-монстров Тревора Хендерсона. Breaking News и D17 сбежали, да, Боббис? Да. Всем привет, удачи. Да. Нам пожелайте. Здорово, чуваки. Да, ну все, друзья. Пожелайте нам реально удачи, ну а мы погнали. Быстрее. Вот он, мы уже подъезжаем, мужики. Давайте побыстрее. Так, на этом острове, что ли, есть опасный монстр Тревора Хендерсона? Чё-то мне не верится. У вас точно Во-во. Все данные верны, доктор Бобби? Они-то верны, но сейчас мы давайте посмотрим. Давайте, Опа. Посмотрим. Точнее. Вот так что-то вот залетаю. Тут не так. Ого, ого, погодите, стойте. Не идите вперед, доктор Бобби, мы с Андрюхой ого. Вас защитим. Вы давайте. Подождите, это что, трупы? Это трупы, действительно. Это настоящие трупы людей? Да, это не бутафория какая-то, настоящие люди, когда-то, Походу, точнее, ими здесь были. Походу, этот монстр был, парни. В итоге мы на нужном месте. Аккуратно, чуваки, ё-моё, посмотрите. А там кто? Там живые это люди. Кто? Живые люди? Стоп, или не совсем? Помочь. Давайте зайдем. Парни, посмотрим. Погодите, или не совсем живые? Слушай, они какие-то бешеные. Они Дай, похожи на зомби. Удай. Это не живые люди, это зомби. Живые люди, это зомби, почти, реально. Не дайте им вам укусить себя, иначе вы тоже заразитесь, парни. Не дайте им подойти близко, держите их глуши, на расстоянии. Глуши, стреляйте в мозг, парни, у них слабое место, это мозг. Фух.
Отлично. Минус башка, беда с башкой. О, там целый ангар зомбаков! Ой-ой-ой-ой! Ё-моё! Что там такое? Целый ангар зомби! Дверь. Пусть так будет. Сейчас я их взорву! Воу! Вот так им! Опа! Все закрывай! Бобби, Бобби, зайди и проверь! Зайди и проверь, Бобби! Ну ладно, только прикрывайте меня. Ага. Все, Андрюх. Все, не открывай, не открывай его. Мужики! Ну что, по кофейку? Да, по кофейку. Откройте! Не открывай его. Не-не-не. Ладно, вдруг он там умер. Куда собрался? Бобби далеко пошел. Я его черный выход нашел. Так, короче, друзья, что там? Вы посмотрите. Фу! Это тоже, походу, местные жители. Ой, мау. Так эти зомби их разделали? Офигеть, вот это ужас, блин. Да, это все хорошо, но где этот Breaking News или как там его? Доктор Бобби, что у вас по датчикам? Датчики. Погодите! Че? Кто-то ползет там, помогите, мужики, быстрее! Где ты? Где вы? Я на выходе, куда вы делитесь? Вот они ползут, ползут, ползут! В натуре, хорош, Бобис! Так, давайте зачищать местность, это не это, мужики. Так, офигеть, давайте все. Все рассмотрим. Так, это не монстры Тревора Хендерсона. Тут еще какие-то фрики, блин! Ё-моё! Прыгуны, скакуны, прыгуны! Такое ощущение, что это какие-то мутанты, блин, самые настоящие. Хорошо, что мы с тобой, Андрюха, проходили на обучении гвардов, все это такое, и способны всех уничтожить. Надо осторожнее быть. Да, Андрюх, они может, опасные. Когда-нибудь до ученых мы с тобой хорошо, доработаем. Может быть, до ученых доработаем, реально. Да. Да, Бобис? Да, Бобис. Так, вроде все зачистили, чуваки. Так, ну-ка, смотрите-ка. Чего? Слушайте, это какой-то обычный ученый. Это что за место такое? Бобби, вы знаете, что это за место? Так может ты... Стоп! Может этот ученый выкрал этих монстров? Слушайте, ну ведь этот же остров действительно должен был быть заброшенным, если я не ошибаюсь. Правильно, профессор? Ну да, 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 заброшенный остров. Так он не заброшенный. Они его украли, этого Breaking News, да, или кого-то монстра Тревора Хендерсона, и проводили эксперименты. Надо срочно осмотреть весь остров, парни, давайте. Так, далеко не отбегайте, блин, от меня. Давайте. Держитесь. Давай, мужики. Мужики, стоп. Так, я стоп, предлагаю... Стоп, стоп. Что? Датчики что-то шалят. Ну-ка, сейчас проверю. Вообще зашкалят, посмотрите, посмотрите. Ого. Ага, все видно, у вас там жидкость бурлит. Давай, мы за тобой, Андрюха, быстрее, и прикрываем, быстрее. Прикрываем Бобиса, короче, идет полное прикрытие, друзья. Это оптимальное вот здесь, прикрытие вот, Бобиса. За мной. Давай. Пройти, давайте, тут вот, скользко. Вот, погнали. Ой, ой, это оно, профессор. Вон, смотрите, мужики, это вот это вот. Breaking News. Ой. Да. Это Breaking News, это... Breaking News, да. Это последние новости. Ё-моё! Срочные новости, последние новости! Breaking News! Монстр Тревора Хендерсона! Гигантский титан! Он нас не видит, конечно, мы для него словно мухи на говне! Разбегайтесь! Ага! Офигеть! Давайте подойдем максимально близко, пока он нас не заметит. Так, давай! Бобби! Стоп! Пока мы не начали открывать огонь, я хочу сказать так, Бобби. Что мы такое? Его можем только уничтожить, поэтому приготовьте ампулы для ДНК. Да. Все верно. Так, хорошо. Потому что после него, после нашего уничтожения, от него, точнее, мало чего останется, понятно? Вы приготовились, Бобби? Так, там снизу еще маленькая особь! Да. Детеныш! Они размножаются, что ли? Они размножаются, доктор! Не понял! Всем открыть огонь! На, ну-ка! Давайте быстрее, пока не там это. Давайте маленького! Маленького убили! Литл умер! Давайте отлично. Гигантского! Я беру теперь РПГ! Гигантского гасим. Я тоже взял РПГ! В голову! Че-то ему пофиг, парни! Ему откровенно говоря, все равно! Он, видимо, ослаб! Он ослаб! Это какая-то слабая особь, походу, на, нет? Блин. Так, походу, да, я не знаю, может быть, это наши выстрелы в голову его так ослабили, может, а? Может быть, профессор, может быть, на! Бобби такой с ампулами. Бобби, нормально, берите ампулы! Ё-моё, капец, он, походу, реально залепил его, смотрите, ему очень больно. Жесткач, он меня махнул, блин, в голову! Ты чё, могу тебя сожрать, ты чё делаешь? Он меня чуть не убил, блин, офигеть! Так, парни, я взял рейлган! Мощную пушку! Он пошёл на вас, он, видимо, разозрился очень сильно! Может быть, откройте огонь! Мощный! Не дайте его наступить на нас! Давайте, блин! Отходить некуда! Мужики! Тут мало места, давайте гасить его быстрее! Там только вода! Все, Бобби, как я и говорил, ДНК вы взяли? Да, сейчас вот... Возьмите со станков! Да, давай! Так, Андрюха, надо подогнать, наверное, наши катамараны, вот эти лодочки, займитесь этим! Окей. Я обеспечу безопасность Бобби, пока он собирает все необходимые биоматериалы! Хорошо. Я вам напоминаю, нас ждет еще один монстр Тревора Хендерсона. Опасный день 17, еще один титан. Бобби, ну как там? Все, мужики, взял по коням.
Собрал все ампулы? Да, 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 все. До так, единого. У вас есть геоданные, гео вообще локация следующего монстра? Сейчас посмотрю по GPS-у. Так, посмотрите пока, да. Сейчас, 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 мужики, из-за холмов ничего не видно. Да, да, нашел. Есть? Да. Все, скидывай тогда Андрюхе, друзья. Встретимся уже непосредственно в пути, как будем добираться до нового монстра день 17. Андрюха, подготовил лодки? Да, подготовил. Все, ну давайте, парни, погнали. На самолете? Да. Ну что ж, ребят, мы находимся в самолете ECP-фонда. Как сказал доктор Бобби, сейчас мы ловим следующего монстра Тревора Хендерсона, Титана, опасного Day-17. Да, день 17, опасный монстр Тревора Хендерсона. Андрей включил автопилот. Сколько нам примерно лететь еще, Бобби, Андрей? Да вообще, как бы все, уже скоро прилетаем, товарищи. Вот я уже скоро шасси буду выпускать. А, мы готовимся к посадке? Ну все, Бобби. Да. Давайте принимаем тогда позиции. Все, друзья, приземляемся, в общем. Давайте. И все. Че, приземляемся? Приземляемся, товарищи. Мягкой посадки вам. Да, мужики, вот это посадка. Ну что, мягенько приземлились, парни? Да вообще. И не говори, Бобис. Супер мягко, Андрюх, красава. Обратно-то как улетать будем? Блин, а что-нибудь придумаем, наверное, нет? Ё-моё, кто тебе вообще доверил управление самолетом? Это автопилот был, ё-моё. Автопилот не приземляет, автопилот только летит, а посадка на пилоте. Да? Я думаю, а чё шасси так плохо выдвинулись? Смотрите, там проехались нормально. В общем, ребят, чудом уцелели. Ладно, мужики, надо... Хотел сказать, надо монстра искать, а уже и не надо никого искать. Вон он, чё вы? Вот он, это тот самый D-17... Мужики, которые стоял он за нашей спиной, блин, вы что, не видели? Но, блин, так, может быть, он нас бил, а? Аккуратно. Кстати, может, ты в него врезался? Хотя нет, я бы заметил в окно. Так, ну, парни, да. Вы же знаете, что он супер опасный, вот эти щупальцы, их вообще нельзя подпускать вот, близко. Вот. Так, Бобис, опять ампулу готовь, потому что если мы его начнем стрелять, мы с Андрюхой его также уничтожим, потому что мы бешеные, Вася, хагварные, бешеные. Вася, он уже идет со своими щупальцами. Так, тогда все, гаси огонь, его. Огонь, на него. Огонь, батарея, огонь, батальон. Жалко, у нас батареи нет, реально. На туре. Запускай, бычка! Брат, он сейчас тебя это, переедет, будь тебе бычок. Бей его, мужики, давайте, давайте, уничтожить все... надо. Усатый, сейчас блин. Мы уничтожим его, надеюсь. Я надеюсь это тоже. Титан, как-никак. Так, чуваки, это реально Титан огромный, не подходите к нему супер близко. Давайте, давайте, вот, поливайте вот. Огнем, шквальный огонь. Капец, блин. Чё такое, Бобби? Бобби, ампулы готовь. Да они-то уже готовы, заряжены, вот. Офигеть, ребят, супергигантский монстр Тревора Хендерсона. Так, а ракета там то пускает, так... Эй! Что? А там мне ракета залетела, чё-то, мужики, вы что делаете? Это не моя, я с ракет не стреляю. Это тоже не моя. А, ясно, это Бобби. Это Бобби, Бобби ракета была. Так, куда ему стрелять? Может, ноги это у него слабое место? Я просто не могу понять, ребят, куда целиться надо. Да вот щупальца вот куда-то. Да-да-да-да-да-да, мне кажется, точно туда надо. Да. Давай-давай-давай, ну, парни. Мужики, давайте. Да помогай. Да. Помогаем. Быстрее. Стоп, мы его что, уничтожили? Бобис, быстро да. ДНК бери. ДНК. Быстро. Так, Андрюх, ты связывайся с лабораторией ECP, проси помощи воздушной, чтобы нас также забрали. Только уже самолет не вызывай, пусть на вертолете прилетят. А вообще, знаешь, лучше пусть на машинах едут, подождем. Окей, хорошо, сейчас. Смотри, вон где еще часть самолета. Ё-моё, братан, вот это нас растрепало. Нормально. Просто жесть. Бобис, ну что, собрал? Да. Все ампулы готовы? Так, ну все, давайте тогда. До встречи тогда в лаборатории ECP. Звони, Андрюх. Чайка, это Орел. Чайка, это Орел. Нам нужно подкрепление. Присылайте желательно машину, а то самолет мы уже угробили. Ага, хорошо. Ну все, мужики. Нормально. Ждем. Ну что, Бобби, все, мы выполнили твое задание, теперь мы свободны. Угу. В смысле свободны? А что такое? Подождите-ка, парни. Вы мне помогли, вы мне еще должны в кое-чем помочь. Так, ну мы поймали двух монстров, день 17 и Breaking News. Что еще надо делать? Ну тут такое дело. Короче, отправились на полигон вместе с этими монстрами, поняли? С какими? С пробирками? Зачем? Так ты их сделаешь сначала, этих монстров, из пробирок? Ну они уже, да, делаются. А-а-а. В общем-то, вы вот да, там вот в кабинетик пройдете, вон там вот, видите, вот там вот в конце. И налево, там вот возьмете все. А я это...
Кофеёк пойду попью. А чё нам надо на полигоне-то? Ну, протестировать, так сказать, битвы между ними, поняли? Не? Выяснить, кто сильнее. Так надо выяснить, какой монстр Тревора Хендерсона сильнее, День 17 или Breaking News? Ага. Так, ладно, блин, а ты куда кофе пить? Ты чё, офигел? Ну да, так, пойду. Отдохну. С пацанами? Да. Ну давай. Давай, удачи. Давайте, мужики. Давай. Там пишите, там, давай, помните. Пока. Пока. Давай, до свидания, прощаемся. Короче, Андрюх, блин, одно дело сделали, и сейчас второе. Так что он сказал, этих монстров из пробирок воссоздадут, и они будут уже на тестовом полигоне сразу? Ну, видимо, да, он сказал, типа, взять, как бы, нам эти пробирки, но я думаю, что они будут на тестовом полигоне уже сделаны, эти монстры. Короче, сделают, да, все сами они? Угу, а мы что, может, тоже тогда по кофейку Все, да на тестовый полигон погнали сразу. Ну, ладно. Ну что ж, ребят, вот она, долгожданная битва двух титанов Тревора Хендерсона. Вы много писали в комментариях о том, что в Оверфоне, Бобби, пожалуйста, сравните, кто же из этих монстров сильнее. Какой же монстр сегодня, друзья, одержит победу, мы сегодня узнаем. Пишите свои ставочки в комментариях, за кого вы переживаете, за кого вы болеете, кто, по вашему мнению, сейчас одержит победу. Day17 или Breaking News. Оба они опасные, оба они гигантские, друзья. Ну, Breaking News, конечно, побольше. Больше выглядит. Day17. А, Day17, да, побольше, конечно, выглядит. Ну что ж, ребятки, мы надеемся, что вы готовы смотреть на это безумие. Андрюх, ты сам как думаешь вообще, блин? Я, если честно, не знаю. Они оба очень жесткие, как по мне. Ну да, друзья, ты так что... Сейчас будет очень интересно, я прям подальше отлетел, чтобы все это видеть, ребят. Ну надеюсь, да. Вы готовы? Ну что, погнали. И битва у нас пошла. Два опа, гиганта. Опа, пошел. Смотри, это маленький. А, там еще и маленький, друзья, а мизерный. Его разосрал Day17. Офигеть, где-то под ногами, да, там бегал? Да, так, ребят, смотрите, проход в ноги прям прошел в самое сокровенное место, начинается драка. Один ногой, другой бьет, друзья, щупальцами. Вот это да. И боец, который погабаритнее, который покрупнее, одерживает победу. Итак, день 17 побеждает, друзья. Ну, в принципе, Андрюх, логично, он и больше, поэтому он и победил. Ну, вообще, да. Ну, а давайте, друзья, теперь узнаем, сколько нужно день 17, сколько нужно новостей, чтобы убить одного день 17. Ну что же, уважаемые дамы и господа, давайте посмотрим, сможет ли два титана Breaking News справиться с Day17. Вот это будет интересно. 3, 2, 1. Битва пошла, друзья, и титаны пошли в бой. Опа-на! А там на самом деле 4 на 1, потому что еще 2 маленьких, ладно. Ну уже 3 на 1. Да, но мы их не считаем, друзья, маленьких, потому что они вон, да, рассыпаются за секунду. Итак, все, 2 гиганта зашли в самое сокровенное местечко вновь. Итак, смотрим, друзья, что же получится из этой битвы. Опа, минус один и моментальная месть. Вот так, друзья, 2-1 и Breaking News одерживают победу. Но мы делаем вывод, друзья, 1-1, день 17, мощнее Breaking News. В общем, друзья, всем, кому было интересно, ответ, друзья, вот он. Все, 2 побеждают, но 1-1, конечно, день 17 сильнее. Ну а теперь, друзья, долгожданная эпичная битва. Ну что ж, огромная толпа, Breaking News, срочные новости, последние новости и толпа день 17. В общем, ребят, мы их уменьшили, вкололи им специально уменьшин, чтобы все это залезло на карту, да, Андрюх? Mm-hmm. Вот такие гиганты, друзья. Если обычно мы вкалываем увеличин и так далее, то здесь, друзья, пришлось уменьшать. Да. Выглядит это эпично, друзья. И самый главный вопрос, непонятно, кто останется победителем, потому что тут у нас есть, вот, получается, последние новости, да. А есть еще маленькие, литлы. Последние новости. В общем, ребят, это угарно. Сейчас узнаем, что из этого получится. Так что ставьте лайкусик, и наша эпичная битва начинается. Пошел бой! О! Запускайте бычка! Чё, Андрюха, они что-то ускорились, потом замедлились, что-то кто-то кого-то убивает, не что-то понял, происходит. А чё за бесконтактный бой какой-то? Они на расстоянии дерутся, ребят, смотрите! Это впервые за всю нашу историю бесконтактная борьба, друзья! Смотри, а там все эти приспешники маленькие поумирали. Маленькие сдохли, а вот теперь... Все просто. Да, как это теперь получается, они дерутся, может их подвинуть? Ну давай мы их схлестнем в бою, например, вот так вот возьмем. Давай, подвинем.
Подвинь его, посмотрим, что из этого получится. Если что-нибудь ты из этого получишь, что-то смотри. Там что-то умирает, друзья, даже. Что-то происходит, Breaking News просто разрывает Day 17, смотрите. Что-то День 17, друзья, сдают позиции. Вообще только один так, Breaking News погиб. Окей. Пока что один, друзья. Капец, вот это же скач. Но походу Breaking News победят в этой битве. Вот это поворот, смотри. О! Они просто их съедают. Остался последний. Вот это жесть. Вот это угарчик, друзья. Просто остался последний. Ну и тут уже они так сейчас его финал. Добивают. Да, ребят, я думаю. Толпой зажмут, мне кажется, да? Ну, просто вот сейчас сделаем круг тупо, ну-ка. О, все. Да, вот такой вот, друзья, видосик у нас получился. Ну что ж, долгожданная битва, мы надеемся, что мы заслужили лайкусик. Ну а с вами сегодня были Увер, Фони и Бобби. Огромное всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на все наши каналы, ссылочки будут в описании. Ну а на этом мы с вами прощаемся. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте, успехов и спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Всем до скорого, дорогие друзья. Адьос, чуваки.